Макс, все спеки. Не с этой ставить Макса спеки, ставим Макса Эрдру. Хуя ли Эрдру, если я сейчас совей буду? Кто это Коди сказал? Семь хилов в пати. А у Мадина есть мяхон? Нормально будет с восьмым. Со мной еще и девятый. А, бля, в натуре, там же еще и у Вилани есть хил. У Призна. У меня есть хил, но я буду шп. Да. У Мардаунта есть хил. Боже мой, сколько хилов, блядь, понабрали, блядь, по объявлению. А я буду сожжу. Неужели я ВХ выгуляю за долгое-долгое время? Ёбаный в рот. Алло. Алло, да. Здравствуй. О, я думал, в инст шамоните. У нас, так, по-моему, лока нет. Так, если аддоны не послетали хотя бы, то я сейчас заплачу. Плать, не плать. Плать. Какую-то святость хотел. Танцуй, танцуй. Нет, мы послетали. Беги, пока. Кнопки, у меня все бинты послетали, я, сука. Я твои глаза. Чё нахуй? Чё, воронки есть? Так, а где змеиная дырка? Куда вы влетите? М? Очень смотри, лети в... Да я вниз прыгай и по трубе плыви. Да просто сомнимо. Да просто... Так я ж хочу узнать, как оно... Как оно там. Осуждаю. 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 Баню его нахуй. Какая хоть... Я хоть и в Харькове, но осуждаю. Ехал за Ломаныч в поезде с самого Харькова. Нет. Опа, в 25-ку полетели. Буль. Что, сейчас голос отнимут? Буль-буль-буль. Буль-буль. У меня, когда вот так перекидывают, микрофон перестает работать. Ну, иногда бывает. У Мадины же нет проходки? Нету. Ему рано. Он написал и написал. Да и рано. Yes. Да. Минус один. Попу. Ты где это? Уже успел вставалку завязать бидон? Наверное, разбился. На лифте. Споткнулся. Нельзя прыгнуть на подкорку. Еще раз зайди и еще раз езжай на лифте. Споткнулся. У меня бывало такое. Ну, там есть зацепка одна. Кирпичик хуево положили строители. То есть весь лифт, да, получается? Хорошо. Молдаване строили, да? Чанфу. Да, блядь, еще почему молдаване? Поляки. Хорошо, на Джамшу дали строили. Румыны? Румыны. Бидон, давай заходи, беги к рыбе. Ну а что, высоко кикнул, я не понял. Об этом Invisible собирает. Бля, корова толстая, пропрыгивает. Кто из хилов уже в рейде? Скажите, пожалуйста. Ну, Войд, понятно. Бидон, там хило в рейде? А вот с тем, да? Идем на рыбу. А чё, сразу бы этого гидроса тогда нет? Ну, да, на выходе уже гидрос. Конец, ебанём. Главное, зачем? Ну, давай. Мы же больших хотели побить. Ну, как раз гидро становишь, пойдем. После рыбы Рома напал, зайдешь. Да, конечно. Я только ради конца ебучу, который не падает никогда. Рома уже зашел, тогда понял, кольцо можно даже не смотреть. Ну, только что ни одного лука, вот это хуйня. А что, да. Лук? Зачем лук? Вы бесполезный класс. А сумо? Да, шкаф и... Ну, зачем бат шкаф? Бат на СПД, нахуй. СПД, да. Ну да, демон был бы неплохо. Спаси и сохрани.
Ты речь сегодня на рынке был, в ЗС на дропаются. Лечу на крыльях любви. Лады. Рейс, ты где там? Я лечу. Я штука только зашел. Там нам Гамазек спрашивает, за что ты ему отдал. А, нехуй. Так он же молчал. Так он же ничего не говорил вообще. Так, тебе масло вроде, да? Страшно. Блин, даже говорить слова. Блять, масло в натуре. Лёха, у тебя можно масло купить? У меня ингров нет. Понял. Если есть ингры, давай. Да нету, я в том-то и проблемах. У меня есть одно, я могу себе дать. Хочешь масло? Ну, один заряд. СПДшное? Да. О, я купил это, спасибо. Ты хочешь масло, не? Да, у тебя есть СПДшное? А, оно тебя не хочет. Во. Лупа, блин, да, не туда. Давайте. А ты чё такой быстрый? Вот так. Так, а ровист с водиконом у нас соф открывать будет два куска? Да. Два куска будет сильнее, да, чем 4 тысячи? Я не знаю, будет сильнее или нет, но мы уже 4 выбиваем почти вот-вот. Так что откладывать времени больше нету. Два куска не будет сильнее. Я заебал одну сову в 4 кусках. Мы с ней 6 часов сидели на манекене. Два куска залупа. К сожалению. Ну, я сейчас на это внимание не буду обращать, сейчас ситуации таких. Да, Роме бы на хапало бы открыть. В что-то упираемся. И Лёхи на танка. Паладины и совы — это разные токены. В общем, я второй кусок буду брать. Я про то, кто лутать будет куски. Не, я тоже второй буду забирать. Ну, можно мне не открывать его сейчас именно. Я знаю. Я про то, очередь как есть. Я буду забирать. Очередь как есть, значит, по ней будем получать. Вот на друидах первый водикон, второй ровист. У них только руки. В смысле, им руки осталось взять? Нет, у них есть руки. У нас есть только руки. Понял. Значит, руки свободны. Так. Ну, не особо. Ну как, по очереди кто-то? Транквила, есть два куска. Фокс нету. Да, на хочу ткать. Друид инвалид, ты лутать начнешь? Перчатки? Да я думаю, да. Угу. Друид инвалид, бери. Два куска очень вкусные на эридро тоже, ебать. Да, почитал, посмотрел. Да, после надях бы понахил с 25 хпалом, 25 эридро, это вообще кайф. А у Ешки дохуя становится. Взяли бы 4. Стелси, хукмастер, ровист, вы там добежите до нас? Конечно, бегу. Со всех лап. О, масло есть на милик. Рома, у тебя есть СПДш на масло? Я бы тебе купил баночку. На тут куда? Ну так мало ли нам завалялось. Тут там продукс нет. Лех, у тебя масла нет? Ну, где-то было в холодильнике. Неплохо, неплохо, неплохо. Не, нет у меня, ингров тоже нет. А подсолнечное или оливковое? Мне милишное. Это из чего оно делается-то? Нашел два штучки, хватит. Водикона у тебя есть? Не-не, вон где Мэтт Фокс говорит, аукцион может поставить. А рядом... А, под... о, давай, есть аукцион, давай. Какой аукцион? Два заряда тебе хватит пока? Угу, спасибо. Че, аукцион можно тут ставить? Мобильный аукцион. Ну так подойди. Это только для него или для всех?
Не для всех, по-моему. Ну-ка, нихуя себе. Ну-ка, на сюда. Подойди ко мне и посмотри, есть там. Так я тогда сейчас, блядь, и банок себе куплю, нахуй, масло. А где ты поставил? Ну, возле меня. Видите кого-нибудь или только я вижу? Блядь. Чё там, ты... Галдуна фарма увлёкла, чё? Нет, нихуя тут. Значит, он персональный, видимо. Он персональный, блядь. Ты же гоблин? Знаешь, персональный, да. Ага. Отлично. Все, что тебе на день рождения дают, только ты видишь, кроме торта. Хорошо, могу купить что-нибудь. Масло купи, по-братски, СПДшное. И СПДшное, да. Я тебе голду отдам. Иллюзорное масло маны. Да, да, две штуки покупай. 363 голды стоит. Да, я тебе сейчас отдам. Капец, может лучше сделать? Ну, блядь, да, у меня... Да, она там плюс-минус 100 на ТВ. Она одинаково, да, там, в принципе, уходит. Угу. Ну, к тому же, у меня регов с собой нет, поэтому... Трэш в луне, милики в квадрате, РДД в ромбик. Купил? Да? Сейчас, где-то тут Netflix, блядь, найти еще одну. Трэш там сбоку стал. Че, ловите рыбу. Подожди. Рыбаки, говорит, рыбу ловите, но... Инту бафните. На, дашь потом. Блять, а продукс ты тут, нет? Спасибо. Ебани-ка столик, блять. Подожди, а почту поставить? А потом воронками отдашь. Вон стоит почта слева, Мэтт Фокс, смотри, стоит почта. А продукс столик ставил, нет? Вот он. А то, блять, не взял питье, блять. Ну да. Ловите рыбу ебаную. Пристабав, дайте. Спасибо. Блять, да подождите, дайте масло нахуй мазануть. Да похуй на масло, давайте быстрее. Нахуй уже. Не надо его мазать, чё? Мурлокос. Нахуй действительно не надо. Ну, все готово, давай, Юля, лови. Леха, поздаешь мостовую под крышу? Угу. Где-то дура. Еще не вылили. Еще не словили. 345 на велика, если надо кому. Нихуя себе рыбку чё, поймали. Геро с пула? Так это мы, блядь, месяц жить будем. Давай, блядь. Давай с пула, блядь, хули. За борт всех покидала. Раньше до РДД не откидывала. Вот, ну, прыгнуть. Хуя себе ДБМ заорал, блядь, чуть не оглох. Ну шо ж ты его так громко сделал? А он вчера именно что-то стал орать так пиздец. Трэш, играем. Ты где бидон стоишь? Мурлокос, где стоишь? Выйдите из-за стола. Транквилла, блядь, иду. Вы где, блядь? Вы в воде, что ли? Мэтт Фокс, БР Транквилл. Бидон вставалка. А он уже пиздец, вставал. Это не возле меня, я у да, факела стою. Да, водикон бидона. А чё там, ну, ханты вот в сторону квадрата, смотрите, тут блядь, хп стоит у факела. Мэтт Фокс, Иннер, Транквилл. Напуливайте мобов хотя бы. Танки тоже, лужу хотя бы кидайте сюда, где идут мимо хилов. Или чё, блядь, нам бегать, что ли? Часы выглядите. Вот не лагает.
беги, малыш! Воду прыгнул. Плыли. Вон стражи идут. Давай, Лёха, мосты. Забирайте. Этот забагался, да, петух? Ах. Череп поставил. Вроде забагался и выйдет стоит. Ну, дрит инвалида смотрит. Что-то вообще этот... Что у тебя там забагало? Глукоз ебани по бидону инер. Сколько дрит вообще? Раз, два, четыре, пять, шесть. А Вадикон дай по транквили. Да я хуй знает, бидон с транквилой все захиливает, походу, блять, надо в это. Три хила это бить. Сколько там у босса? Ну да, было бы пободрее. Вы имейте в виду, когда вот вы воду там спускаетесь, милики, вас хилы не видят. Так что смотрите воду за своим. Воду прыгнули по ней. Чтоб вас там не загрызли, ничего. Плыли. Притяните ДКшники душителя. Не знаю, на X2 вообще такого не было, чтобы под водой эти петухи находились. Ненормально был спаун. Ну, вспомни, тут вообще трэша не было, когда они открыли. Это намудрили, блядь. Это здесь не было, на X2 был. Но... Я же тебе за X4 говорю. Я просто на X2 вспоминаю, блядь, вообще не было, чтобы под водой эти стояли. Не душители, они все сразу наверху были. На островках, на этих. Вообще было заебись. Да. Воду прыгнул. Убит. А что это за прикол? Он же О, серьга. А что это за прикол? Он же раньше... Получается, гасовой? Получается, да. Что за прикол? Он же раньше... Он а же чё, не откидывал эту дозу, что за хуйня? Что, никому больше не надо? Я бы забрал. Я интернет ребутнул. Ну, поджалевай, да. Там 226-я треня. На 100 интервью. Поверь, там приора больше, Войда. Войда приора больше, так что, увы. Войд вчера решил свой приор реализовать, нахуй. Он и сейчас реализовывает. И сейчас реализовывает? Че, Вадикон, тебе это заебись пояс? Ну, он не то что заебись, он мне позволит с хитом играть. То есть брасы взять, с РСки.
на крит хаст. Угу. Тапки дух крит, я думаю, никому не надо, наверное, да? Какие-нибудь. У тапок-то хостовых нету, 77-х, походу. Что-то остается только это. ТТГ какие? А, ТТГ? Там крит хаст же. Ну, ДС-шный нормально. Скорость. Ну, ТТГ бисовый, по сути, будет. Транквили и мурлокосы это надо. Кому с вас нужно? У меня, типа, тоже есть, типа, ботинки, тоже крит. Вот, ткань, ПД. Скорость. Крит. Ткань, СПД, крит хаст. Короче, кому нужнее. А, так нужны. У них одинаковые статы. Не, мне не надо. У них вообще одинаковые все. Вот, отдавай. У меня такие же абсолютно. Ты же отдал кожаные. Тапки. Угу. Так. На слепца, потом карась. О, на стубе гидрос. На критону я сейчас зайду. Боже, тибали. Что хуйня баганая? Ты про лужу? Ну. Ты ее, блядь, на дереве все равно сдох. Ну, там где нет лужи. Якобы. Спасибо, что еще мы риснули. Ты, получается, походу, забыл, на каком-то сервере играешь. Походу. Да свой ромчик и лети давай. Мы пока трэш почистим. Побью бичом. Под бока бью. А у меня вообще все висит. Да? Ну, вот когда я накопил 4 стака этой хуйни, и что дальше? Так и должно 4 стака висеть. Это вот меньше 50%, она тебе ману дает. А это, пока это у тебя я знаю, больше, я про стаки есть... говорю. Вот да, эти да, 4 стака, 4 это максимум, стака. Да? Да, да. Да, да. Сергей, да. Угу. Да, да. Нахуй. Ну, она дома точно где-то должна быть. И оно скидывается, когда... Это у меня ману, он будет резать, он скидывается, этот баф. Когда до 50% мана уходит, там у тебя по одному стаку, типа, в ману уходит обратно. Ну, оно поддерживает, короче, тебе ману. На 50% вроде процентов. Да. Что-то инты не прибавилось, нихуя нахуй. Ну, если, блядь, не прибавилось. Там где-то косарь маны, ну, почти косарь тебе должно было дать. Ребят, Веня, по-моему, столько же давало интеллекта, может, чуть больше. А у меня на сотку была. Вот, она была на сотку, стала на 170 или сколько там? Угу. На 172. Блять. Куда ровист ушел? Он на хпала пошел. Там за инвизиблом рыбеха плавает. Туда-сюда. Хуёво. Рыбехи. Кто это? Ловите. Сзади идёт. Кто это? Джентис какой-то. Это Равист. Он только что ренейм походу сделал. А. Как ты сказал? Аутист? Джентис. Осуждаю. Данглист? А как правильно? 20 тысяч пинга, я хуею. Журналист, что? А как баналист? О, смотри, у меня полтинник маны. Это чё, чё это, блядь, от кого столько? Ну? От кого полтинник, блядь, это баф от кого-то? От верблюда. Илья тебе бафает ману, как я понимаю. Кто баф? И плюс еще Илья. Ну, транквило. А, это у него раса там, какая-то, да? Да, раса. Плюс еще, по идее, Рома должен. Или нет? А нет, Рома еще не должен вроде. А, хотя нет, он уже Найтборн. Рома Найтборн, он будет восстанавливать ману нахуй всем. А, ну вот, да. Он будет резать ману. Ну, короче, полный пакет, нахуй.
Да, да. Этим лимит. Ты на своих бездарных орках и нежити играешь. Ну что там орк тоже? Мог бы быть там столько обманывает просто. Силу нет? Орки дают. Нахапалишься, так сила нужна. Ну вот, не знаю, вот я смотрю, поток чар вот у ребят стоит. Он вот 7 тысяч на регенил маны. Ледяная пустошь всего 2 тысячи. Так что, блядь. Да. Ну, ДКшная лужа. Имба. ДКшная лужа тоже имба, так что не надо выебываться. Магай. Игралик. Ебать, совы пищат, как свиньи, нахуй. Да. А когда сов много, то это вообще кринж. Так и хрен. Ну, хочется звуков носить. Будто свинью зарезаю. Такой урок. За что свинью, блядь? Просто. А потом он будет, короче, давать 7 ГП, кто играет на сове. Потому что они звуки издают. Что они орут громко. Я сам типа на сове играю. Ты создал сову, ГП, блядь. Привык уже к этой хуйне. Подскажите, где убрать эти рейдфреймы сиросовские, чтобы их вообще не было нахуй? Сбоку скрыть. Сбоку открываешь, где метки ставятся, и там скрыть. А если их надо вообще надо убрать, то настройки открываешь. Я тебе скажу. И выходишь из игры. Ну так тоже можно, да. Сейчас... Нажимаешь Alt F4 и пропадает. А, вот, короче, нажимаешь профили рейда и ставишь галочку отключение интерфейса группы в рейде. И рейдовый интерфейс для группы тоже отключаешь. А смысл? Да. Просто скрыть жмешь и все. Ну это чтоб проще. У тебя потом... Ну это, а так она потом понимаешь. Каждый раз вылазит. Это другое. Нет. Она не будет вылазить. Скрываешь, нажал... она скрывается. Она у меня вот торчит как бы. Все, спасибо. Мага, торчит. Его когда торчит. Не знаю, я... Яна, когда торчит. Смотрю, у меня где-то. Каждый раз, как в игру, я типа там или перезахожу, или торчит. Что-то. Смотря что торчит. Да, смотря что торчит. И откуда торчит? Блять, мордаун, то главное... Мордаун, с тобой-то все понятно. У него главное, чтобы откуда тут торчало, а остальное похуй. Ну, мне последовательно видит то, как на своей пати слева. Что-то мы как могильный ветер проносимся по трэшу просто. Могильный ветер — неплохое название для гильдии, блядь. Да, надо ренейм делать. Скидываемся на ренейм. В натуре. Звучит заебись. Хотят могильный ветер, если что. Кстати, скидываемся на ренейм тоже охуенно звучит. Скидываемся на ренейм, нахуй. Просто название для гильдии. Пиздец. С балкона скидываемся. Ну, это отличное да. Название гильдии. Я осуждаю скидывание с балкона, блядь. А мне нравится. Вниз, там, да. Осуждаю. Можно блядь, еще блядь. Скидываемся на лечение. С крыши там. Дома, вот это вот тоже, да, тут осуждаемся. Знаешь, вот с нашей гильдии точно на лечение скидываться надо. Скидываемся на лечение с обрыва. Падаем. Хоть куда падаем? Деду на МРТ. А МРТ за что? Да просто. Ой, еще раз ебет. Висит нахуй, заебался релодить. Опа, жирный идет, алло. Алло. Не жирный, а упитанный. Сам растите сил нахуй. Че сразу жирный? У него просто кость широкая. Не жирный, да, обоссали, обоссали. О, я пойду в палатку. Рейндж, палатку... набирайте. Палатку не занимать надо. Блять, отойди. А в угол пошел наказан. Я в палатке чилю, блядь. Вы можете отойти друг от друга или что? Это пиздец трудно, да? Мордаун, как дела, нахуй? Стелси, отойди от кого? С кем ты там рядом стоишь? Отойди. Да я от Стелси отхожу, она ко мне подходит, да ёбаный рот. Ты, да, тебе нравишься ей. Ты ей нравишься просто? Ей нравится, мальчики с шемом нравятся. Это она намекнула. Ой. Мне нравится. Ах ты урод! Что ты слушаешь там в свободное время? Побойся бога, блядь. Урод! Бога нет, не бойся. Урод, блядь. Бойся. Не бойся его. Ты это, сними мут с гамазека, ё-моё, блядь. Жалко же человека. Сука. Будешь булькать ещё, блядь. О, уже сняли, да?
Будешь. Да я вспомнил, блядь. Это вопрос, типа, совместный. Будешь булькой? Я вспомнил Ведьмака. Там был квест, где идешь в пещеру искать пропавшего воина. И там, короче, его тролли взяли, посадили в котел, нахуй. Ну и там загадки надо играть, чтобы его выиграть. А, я понял! А он, короче, сидит в котле, крышкой прикрытый, ебать. И тролль такой, он там что-то кричит: блядь, говорит, освободи меня, ебаный в рот. Я там тебе три желания, говорит, исполню. А тролль такой хуяк по котлу, костяшками пальцев, бах, такой. Не булькай, говорит, сука. Не булькай. Слава, а ты Дума Чёрного когда проходить будешь? Чего? Дума Чёрного. Это что такое? Это, ну, это игра для... Да если лохо, ты, короче, да? Не, если ты хочешь, чтобы у тебя мозг атрофировался полностью, то вот а, можно в Дума Чёрного поиграть. Не, это мясо. Это почему? Не для меня, не. Не, ну я говорю не к тому, что игра типа плохая, а к тому, что типа, ну, она такая чилая, чтобы побить мобов и все. Я в God of War, в God of War мне хватило мобов побить. Нормально. В Думе, в Думе особо. Думаете, войду пойдет Дума Терну? В Думе особо сюжета нету. Так, он же в Hogwarts Legacy играет сейчас. Он же вон на Ютубе скидывает. Так я давно уже не заходил. Так ты знаешь, как войд игры проходит? Он качает на них читы, нахуй. Чит энджин, блин. Но в Дума Чёрного уже читы как бы доступны, так мне что... Мне нахуй дом не нужен. Это стрелялка же обычная, блядь. Да, ну, да. Ты что, никогда... Шутер? Не люблю я стрелялки, нахуй. Ты никогда в Дум не играл или чё? Нет. Ебать. Да у него мышка Genius на Scrolls'у 20. Я в Quake только играл, да. В первый, нахуй. Да похуй, там, блядь, в Дум там, блядь, чтобы играть. Нет, там... у него там мышка шариковая, знаешь, такое? Там, я понял. Мой дед пользовался до сих пор. Старая такая. Деревянная. Вот это комп, нахуй, да, там из-за... Там, где ты крутишь просто, блядь, огромный шарик этот. Да, да. Имба. Я, если что, рубильником включаю комп, типа. Рычагом, блядь. Так он, слышишь, он такой подошел, ебать, это аккумулятор крокодила, короче, подсоединил, нахуй, рубильник ебанул, такой, пошло питание, да? Там, там мне, короче, не, этот, не комп, там просто питание, короче, в квартире включает одним рубильником. Войд, когда запускает... У него все включается, холодильник там. Слышишь, какой нахуй рубильником? Он вот эта шморгалка, которая машину заводит, блядь. Вот это, значит, старые машины крутили эти, блядь. Да-да-да. Чисто в стену вставил такой, начал раскручивать. Да, да. У него там потихоньку свет начал появляться. Вот такой, когда загорит, такой да будет свет, сказал, монтёр нахуй. Такой, типа, достаточно начал светить, он такой, о, все. Такой, не пиздите. Чё, мы на кратрессе идём? Покрутить-то, да. Потом такой сидит в РМРТ, раз, потух немного. Пошел, подкрутил. У него когда лагает, это надо подкрутить там пойти. Да. Да там такие лаги, там вечность крутить нахуй надо. Вот там вы сейчас смеетесь, а прикиньте, правда. Не, на самом деле дед-волшебник с такими лагами, блядь, играет. Это да. Слава, ты ювелир. Что же слава? Да я не волшебник, просто опытный терпила. Нихуя ты! Пустил просто, пиздец. Я хотел, ну типа, я бы не смог так играть, у меня бы глаза вытекли. Глаза вытекли? Да ты, сынок, блядь, под стол ходил, когда я, блядь, с GTA San Andreas играл. Там лаги по минуте были, ёбаный в рот. На Целероне, ёбаный, блядь. Когда я в GTA играл, ты ещё в мутной капле был, да, вот это вот? Я ещё играл в 2D. Ну, прикинь, просто... Я не знаю, разница пару лет. 3D, наверное. San Andreas. С одноклассником сидели, короче, игра зависла нахуй на минуту, нахуй. Мы сидим, ну куда-то там с аэродрома ехать, нахуй. Ебать, говорит, зависла, нахуй. Пошли печенек въебали, блядь, приходим, развисла, ебать. Только нажимаем на газ, блядь, опять зависла, ебать, мы играли в San Andreas. У меня чувак на районе говорил не San Andreas, а Mad Andreas, блядь. Он не мог уговаривать. San Andreas, блядь. Я вообще, у меня корёжило от этого. Mad Andreas говорил, блядь. Удаление. Для карликов хаваем все. San Andreas, вот это, да? Короче, этот самый, знаешь, да? Там таймер вот этого вертушки. Сколько там? 10 секунд, да? Вот он 10 секунд крутится. И вот всех, кого он задевает, он дотку вешает. Вот. Щитки. Я после вертушки на поле вы. Щитки, чтобы были на этой хуйне.
Гейру даем, когда он разъединяется, да, или с пула? Когда в этого превратился в демона первый раз. А, когда первый раз, окей. Сейчас к нам там бежит потерпевший кораблекрушение. Кто? Джандис. Джон Буря. А Дэд Байдэлла. Шампунь, жубайся. Никто из вас, что ли, некроситет никогда не проходил? Некроситет я проходил. Ну вот, это же оттуда не... А, еще, та еще Джандис Барл. Только это, знаешь, это вот, Рома, это то же самое, как репичип. Вот, блядь, крыса, нахуй, из хроников. Мышь, блядь, он мышь. Не важно, вот кто эту мышь, вот кто эту мышь. Стюарт Литтл тоже мышь, а поступил как крыса. Лепичи вообще там мышь, он писал, блядь, вот. Склялась, блядь, вот кто эту крысу, кроме тебя и Ромы, помнит, ну и меня, блядь. Хроники Редвуда? Никто. Я вообще хроники Нарнии не помню, я помню, что там был шкаф и все. Хроники Нарнии были хайповые, их все знали, а сейчас... А, хроники Нарнии. Еще скажи, что у тебя футболка есть с их мерчем. Я, блядь, все 7 книг прочитал про хроники Нарнии. Он, Никита, говорит, что вообще помнит только шкаф оттуда, нахуй, потому что, может, тебя там держали, Никита? Потому что фильм сделали всего 3 фильма, а не 7, как должно было быть. А сделали их неправильно хронологически. Ну, потому что, видимо, это бабло не выделили, либо не это проводилось. Рашан, а ты в детстве пытался в Нарнию зайти? Нет, не было такого шкафа. Не было такого шкафа? Не было. А в стену пытался зайти? А, 2 раза. Он был тем челом, который на велосипеде в стройку въезжал. Ты о чем вообще? Ну, не в стройку, во-первых, а в машину, но хотя даже не в забор. В смысле, он в ворота железные въебался. Надо тебе... Сейчас пулять будем. Пришел по мне. Тебе контактик дать, у меня есть человек знакомый, краш-тест проводит. Пароми приставал. Рыбу дайте. Да, рыбу поставьте. Рыба стоит. В смысле? Где? Вон она. Это вот какая-то... это, блядь, просрочка грёбаная, я теперь маленький совсем. А ты думаешь, что все маленькие бегут? Пиздец. Вчерашний, ёб. Сука. Тир для карлика в натуре. Нормально. Я думал, это хламобот, это Авелания. Понятно. Думал, какой-то новый белый хламобот добавили. Не по канону. В смысле, не по канону, подожди. Хламобот белым не может. Стелси, смотри, вообще просто, кто это? Да я что-то. Джив стоит чисто. Бля, я тоже на перефазах, смотрите, в ноль агрок кидает. Бать, меня виснет, нахуй. Йо, когда висит. Так вот, когда висит. Я заливаю масло в компьютер. А ты еще вы дамажишь? Ну да. Нихуя себе. Нихуя себе. Планируем? Ну да. Можешь себе позволить. Вихрь, готовимся. Сокру дал. Так, сейчас будет демон. Даем Геру. Сейчас? Да, так, да. Пальцефей, это шли. Отводи клон. Он в демоне демонской вот этой уроном бьется. Жардин, Мордан, Морлокос разъебали. Жардин. Кофе такой есть. Мажордом. Бля, теперь я не про кофе. Вот что с люди. Почему можно было про кофе? Че, у нас Мелизоник кого-то бьет? Вы выбегите кто-то. Ну правильно. Только не дадите по ДПС. А все, уже кончилось. Вихрь 10 секунд.
Нет, сакры. 1500 пилки. Вау! Ну, Рома, маска крутая. Да, 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 все сделаем. Так, кончился вихрь. Валера погиб. Радикон реседрует инвалида. Сразу Иннер, каску лапа пристабав, каску я дам. Бля, знаешь, на рандомных почему я играю, сука. Чё говоришь по человеку? Знаешь, на рандомных с моной вообще приятнее стало. Считаю, треть боя у меня все косты ставят на 50% дешевле. Сейчас мини таргет. Бодикон. Так, фаза сейчас будет. Все разделение. Че, на Ишу? Батьма хороши, 3 минуты прошло. Да, да. Давай. Только смотри, там вихрь. Сейчас сначала не давай, после вихря давай. Окей. Не вливайтесь жестко. Вот она забрала. Сейчас будет вихрь через 3 секунды. Готовьте сейф, у кого есть. У Лёхи есть. Она его вилаш убьет. Сейчас на этот вихрь надо будет сейф. Вот. Лёха, на вихрь дашь. Скажите. Сейчас, сейчас готовься. Все, давай. Давай. Полтинники там прожимайте, ретрики. Как есть. Вот следующий вихрь еще у кого сейф есть. Откатился у кого-то? Рома, хватит зачем? Да, сейчас будет. Сейчас как по готовности там будет. 3 секунды вихрь новый. Mm-hmm. И там уже добьют. Давай. Ну, шмардаун, в принципе, на хп. Сейчас, когда умрет, там надо будет еще похилить. Не останавливайте хил, потому что дотки висят от вихря. Да-да-да. Подхить. Великая победа. Ебать, мы его убили за полторы минуты. Через друид. Хилим. 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 Сука, блять, поезд вообще в этой жизни упадет. Ну. Ты и поезд хочешь от себя? Да. И треньку. А что за треньк? А, все, понял. Не-не, это он не уступает. Кого? Ты вчера уже на каратреса идем дальше. Да. Че, сапожки без ГП, да? Так, этот самый. Ты вчера там уже нагреб. Все, что можно и нельзя. Кого нагреб? Я? Нет, Слава. И... Да ты нагреб. Он нас с Лингреном нагреб. Ну да, было дело. Причем жестко, блядь. Нагреб, а выгреб. Ну, ну так тоже можно, в принципе. Че, сапожки без ГП, да? Опа. На далекое будущее. Хотя потом... Ну, консул нажимай. Да я просто хуй знает, вообще не нужны мне. Типа крит консул забирает, нажимай. Консул нажимай. Ну, хоста, ёпта, хостар побед. Ну, хостар побед на катате, наверное, заебись. Ну, я просто решу 90 крита и получу 90 хосты. Я хуй знает. Чисто ну... когда потом, когда крита будет много... перекап жесткие. Так, ну, я на том месте бы взял, бы пускай лежали. Я вот эти вот все, боты, блядь, которые сейчас ношу, взял, когда мы первый раз убили рыбу. Так, смотрим. Держу в курсе, это было давно. А одел только, когда ты 5 одел. Ну, взял. Ну, плюс лучше, очень удобно, то что это как его, пассивка на эдбордов на 5% маны стакается с обычным. Так что транкивело, мы теперь с тобой лучшие друзья. Что там, какая тактика на каратресе? Хибали служа. Ты что, ни разу не был, что ли? Нет. Сколько мы хилов били? В 6 или в 7? Всем били. А чё, мы 6 не захилим, думаешь? Нет. Нет, не захилим.
Что, мне все аспекты? Сейчас полегче. Так, ну, надо подумать. Надо подумать. А что думать? В хила надо будет мордаунту. И тебе. И я думаю, еще хэпала добавить. Ну, да, получается себе. Получается тебе, да, все правильно. Не, я хочу, чтобы три хэпала было. Чтобы на каждой, бля, частице было. Ну, там вот когда призон стоял, прям, я не знаю, не вариант вообще. Ну, бидона ставить, это потеря ванира на рейде. Стелси ставить, я не уверен, захилит ли она тут первый раз. Так что хэпал там будет. Так что спекаешься? Не, меня совела, не имею в виду, надо спекать. Это в рейндж, разбегайтесь. О, убегайте в туннель и вставайте в рейндж. Быстрее, быстрее. О, спит. Блять. В рейндж, Диспельте сами себя, эту болезнь. Присты, паладины, мордаун, рейндж набери. О, я коляску нашел, мужики. Хорош. Лучше. А ты что, потерял? Да, все нахуй. Мордаун, съебись от меня. Ого. Я не вижу, я залагал вообще. Друид инвалид, Джантис, наберите рейндж между собой. Вот вы обрыгиваете друг друга. А им нравится. И для магии сейчас. Транквилла, кто там? Встаньте так, чтобы не было болезни. Транквиллу вытеснили, да? Можно пройти, что? Только нужно, чтобы тебе дорогу освободили. Опа, первый по ДПС. Иди, проходи туда. Там пробежишь, тебе дорогу уступит Транквилла. Иди вниз туда. Вы танков не теряйте, алё. Сейчас болезнь не кидается. Да, иди хиль. Алё. Алло, да. Алло. Че там, сколько хп у этого пидора? Че с деньгами? 50%. Какой хп, блядь? 3800. Че, безопасно, я смотрю, да? Дрися, чек не флудилку. Нихуя он далеко, блядь. Тут бордячих не ходят? Тут просто, смотри, разводят мобов. На первом, пока бьем ханта, блядь, если на тебя кинется пиявка, ну, короче, скажи, на ком будет пиявка. Ни инера в себя не кидаешь, ни банки не пьешь, вот только после того, как спадает пиявка, приготовьте, чтобы у РДДшников и у хилов были банки на ману. Припоты не пьете. Банк с алхимией. Сливается этот хант, весь рейд идет бить бабу. Там надо будет жестко хилить. Массейвы сдавать по КД. Потому что баба там каждые 6 секунд кидает Лику ледяные уронили. Стрелы. Не захилить. Да, она за преграду зашла. Получается хилы моча? Она разве не вылетит? Рисуем. А, он уже вернулась, но. Рисуем, особо там не бегите никуда, не спульте лишних. Сейчас мелочь побьем справа-слева вот эту, чтобы нам потом не объебаться. Хилы там и маги, ну короче, все тряпки пьют, сапроты. Ставлю рыбу, ешьте. Сейчас зачистим комнату и поставим все. Это, тела не покидайте, там никто же не да, покидал. Да, ну не съебуйся, Вить, далеко. Тела только не покидайте, чтобы это... Там Апродекс через час уйдет. Да я пойду, а, у нас еще замена есть. Витя тут. Нет, нет замены, я тогда пошел. А через час ты будешь? Когда продукт идет? Завтра на работу первый день. Вот моба, бьем череп поставим. Да вот эту. Давай справа выбивайте две пачки. Вон череп поставим, давай. По одной пачке только агрим. Вот мага, башим. Других веди тоже. Сюда.
мгновенной, сука, смерти. А, Костя в танке? Ну, ну да. Я таргет меняет, думаю, еще как сложить тебя, но... Ну куда, блядь? Большого сага, назад, назад, большого. Ну что вы делаете, блядь? На рейндж разбегаемся. На рейндж разбегаемся. С мелизоны выйдите. Там еще пачку трэша спулили. Да, ебать, а, вообще не смотрит только, что происходит. Сагрим. Ну кто этого большого сагрил? Да он сам пришел. Да блять, он не, наверное, патрулирует здесь. Он не патрулирует же. Юля, наверное. Может, сначала сагрим договорились, чистим справа. Так это ж это патрули, Лех, пришли, ну чё, блин. Вот это чё? Я который по всей инсе ходит. Да, 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 да. Угу. Наверное. Ну, либо он... солнцепад. Не, солнцепад он не... Он бьет только таргет. Он в бою должен. Ну, в таргет взяли. Ну, вот у меня details, первый удар, типа, от меня. Вот солнцепад по колоссу ниже. Смотри, там не надо брать таргет. Там цели, с которыми в комбате. Ну, ладно. Если никто из участников рейда не был в комбате, то солнцепад туда не улетел бы. Это патрульный пришел, угомонитесь. Ладно. Не, я просто, ну, механик, потому что я в последнее время часто слышу то, что солнцепад гонит. Он сейчас хорошо работает. Правильно. То раньше я бы зашел в целка, я бы прокнул это залупа. Все, сука, все целка. Я не знаю, вы там бьете бежит хоть этот самый большой? Не, половину тот пак бьет, половину это. Силит. Половина с болезнями стоит. Какие болезни? Нет ни одной болезни. Болезни нет у вас. Алло. Доброе утро. Вообще... А кто-то пробовал вот эту заразу в Долоран перенести? Да, я пробовал. Вчера Долоран весь выкосил нахуй. Хорош. Не спалите себя болезни, это не трудно нахуй. Войт решил геноцид устроить. Череп бьем теперь. Ну дай сюда его. Больше ничего не агрите и... Блять, заебал. Вот после черепа тех сводите мобов тоже. А нет, давай их отдельно, они лужу разольют. Надо потом будет с дворфом каким-то стыкануться в клаке, лужу эту срезать. Фу, как мне поможем сегодня оформить? Молнии всякие еще какие-то вижу. Ну и лемовские молнии. Нет, это сопродекса летит. Какой-то такой портал. А, ледяной луч или как он называется? Я понял, дрюзарез. Просто лучший рез в моей жизни. Зареснулся в луже. Угу. Зачем три тела лежит? Откуда я знал, что хил в луже? Где 70? Даже отбежать не успел. Ставлю рыбу. А что, мы весь трэш почистили? Слева считаю.